Так, предварительно я уже зачистил этот шов, этот, и зачистил эту полосочку. Так, сейчас все включаю и поехали. Сначала нужно подать воздух, а потом напряжение, иначе она сгорит. Так предусмотрена конструкция ее. Так, подаю воздух от компрессора септика. И 36 вольт сюда. Проверяем, дует. Ой, включаем 36 вольт. Ее разогревать. Вот, пошел процесс. И вдавливаем ее туда. Разогреваем. То есть плавятся обе, и основной материал, и присадочный. Обязательно основной разогревать надо. Все, эту запаяли. Это не дырка, нет, это я начинал здесь варить. Ну давай, выровняю сейчас, нагрею, выровняю, чтобы не торчало. Ну, вот, пожалуйста, можно загладить. Но это ни к чему, она уже заваренная. Так, теперь трещина была вот отсюда и вот до сюда где-то. Так, сейчас я повернусь. Да, вот так вот. Сейчас свет включу. Нормально. Так. Так это я от канистры вот отрезал. От маленькой канистры, надеюсь, что будет этот же материал. Да вроде приваривается, значит материал этот же. Так, продолжаем. Thank you.
вниз прогреваем и присадочный прогреваем. Здесь трещина идет по краю, поэтому. Вот такая получилась петрушка. Ну вот сутки вода стоит на 5 миллиметров ниже линии. Так и стоит. Можно дальше огород поливать.
Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики. Лайки, дизлайки. Ссылочка под видео на мой блог. Всем пока.